Непростую задачу придется решить сотрудникам Красногвардейского районного суда. Где найти такую скамью, чтобы усадить на нее сразу 19 подсудимых? А именно столько в деле сети подпольных казино, которые в ближайшее время начнут изучать в этом храме Фемиды. По версии следствия, за неполные 3 года игорные бизнесмены открыли 23 нелегальные точки для отъема денег у азартного населения, куда предсказуемо пришли экономические полицейские, а именно сотрудники 5-го отдела, разумеется, в компании с бойцами СОБРа. Парни, у входа, постойте. Ставки принимали в Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах. Нежилые помещения организаторы сети арендовали. Публику принимали в основном невзыскательную, так что вместо карточных столов из дорогих сортов дерева устанавливали обычные игровые автоматы и компьютерное оборудование. Все это, конечно, изъяли. А фигурантам вменили не только незаконную игорную деятельность, но и организацию преступного сообщества. А это означает срок до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинение. Заключение. Общий доход от незаконной деятельности превысил 70,5 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.